Вот задержание совершение преступления предусмотрено пунктом 2, часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы ваших полномочий, или повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, совершенных главой органа местного управления с причинением тяжких последствий. Ну, вам понятно, в чем вы подозреваете? Да, я прочитал вот, в обвинительном заключении.